Всем привет, с вами Данилка и Колямба. Сегодня будем делать спрайт. За меньше, чем за 5 минут, ну, должен где-то уложиться. Ну, спрайт это в домашних условиях, там. Мы сейчас покажем, что нам нужно для этого спрайта и как его приготовить. Также, все мы покажем. Также вы этим спрайтом можете кого-нибудь разыграть. Ну, он получается вкусный, мы уже делали такое и в прошлом году, мы решили его для вас показать. В прошлом году мы делали где-то без канала, когда были, а уже в этом году стали канал. Также, дорогие ребята, спасибо, у нас уже 130 с лишним подписчиков и 5600 просмотров. Ну, так держать, все. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И сейчас мы приступим делать наш спрайт. Также, ребят, мы хотим вас поздравить еще с Пасхой. Вот наши яички, мы сейчас с Тофичем разобьем эти яички. У кого она разобьется быстрее, тот лох по жизни, у кого она будет тверже, тот нормальный пацан. Пацан, короче, да. Сейчас мы приступим разбивать сейчас с Тофичем. Сядем за столик, вот это вот его фирменный, и будем разбивать вот эти вот яички. Выбирай. Вот это мое. Все, мое яичко, пошел Тофич. Нет. Итак, Тофич, вот Тофич, он будет разбивать мое фирменное яичко. Но я думаю, я смогу победить этого лошика. Давай, Тофич, бей. Лицо со скрещи. У нас ничья, смотрите, ребят, там вот маленькие царапинки есть. Ну, лодка деревчик фактически победит. Ну, нет, у меня есть тоже трещина, это не считается. Давай теперь с жопкой. Я уже сегодня бился со своими родителями. Ха-ха, лох. Ну все, ребят, я остался лохом. Тофич победил, он нормальный мужик, а я остался лохом. Ну и на этом все. Пока. Ребят, что нужно для спрайта? Огурец. Вы не поверите, огурец. Терка. Сода и дрожжи. Но мы взяли такие. Других не было. Вы не поверите, но из огурца можно сделать спрайт. Не огурцовый спрайт, а обычный спрайт. Обычный. Нет, не огурцовый. Сейчас мы его покажем. Сначала ты его нужно... помыл? Я помыл. Все. Да. Давай. И размельчить на терке. Его нужно размельчить на терке. Примерно половину огурца. Можно даже побольше. Ну, Тофич уже как быстро размельчает. Он, кстати, уже весь... он уже выздоровел. Ему осталось смыть вот эти вот пятна, и он будет здоровый. Можно ходить в школу, главное, чтобы смыли все. Главное, чтобы на не ходить. Да, по баскетболу. Что, столько хватит? Вот столько примерно хватит, половина огурца. Вот. Это как бы половинка. Сейчас Тофич его просто доест. Ну, практически. Нужно разбавить сейчас это водой и содой, что ли. Ну, Тофич знает этот рецепт, и он будет вам его объяснять, потому что я его не знаю. Он говорил, о, давай сделаем спрайт из огурца и всего подобного. Я говорю, давай, только я не знаю, как это делать, и, короче, ему он много воды не дает. Вот мы разбавили это все водой, пока я с вами болтал. Так, добавляем. Добавляем одну ложку соды с горсточкой. Ну, вот так. Ну, да, примерно одну ложку, чуть можно побольше. Да. И сейчас это все размешиваем. А как мы будем запускать газы, как вы думаете? А мы скажем это все вам попозже. Как видите, Тофич все еще розовый слоник, но это не страшно, он уже выздоровел. Главное, что у него больше нету этих пятен. Ну как пятен? Пятна-то есть, только они розовые и без ничего. Какие у тебя дрожжи, Тофич? Вот такие у него дрожжи. Может побольше, там больше было. В прошлом году ты больше ложил. В прошлом году я больше ложил. Когда вот это мы все размешаем, дрожжи и все, когда запустим газов, надо будет подождать около 2 часов, может 1.5 часа. А пока пока это все делается, мы будем страдать фигней. Сейчас попробуем сделать газы. Газы. Хотя лучше их не надо, все равно. Вот так вот нет. У нас такой тарелочки. Вот так вот это все дело размешивается. Ну и так, Тофич, вот уже его размешал. Газы мы не будем запускать, потому что газы надо делать в замкнутой тарелке, как вот есть пакетики, есть такие... Формочки. Формочки для еды, которые закрываются. Вот в тех можно было газы делать, а в этой тарелочке нельзя. И так, Тофич, это поставил дело... На часа два. Холодильник свой. Вот его сметана, запасы сметаны, как знаете, он любит сметану, он просто ее обожает. Уже иссякает. Уже энергии мало! Вот, смотри, сколько яичек у него. Это все останется на лето, мы будем летом делать челленджи с яичками. Итак, встретимся через часа 1.5 или 2. Да, Тофич?
А, кстати, ребят, когда у нас будет это, пока делается спрайт, мы в это время сделаем коктейль. Ну, как коктейль, тоже какой-нибудь напиток из груши и банана. Сейчас Тофич покажет, что нам надо для этого. Чтобы было сладко, даже добавим варенье. Можно сахар, в принципе, как для... Ну, варенье лучше. Но это все съедобное, мы вам рекомендуем. От Данилки и Толямбы. Так, ребятки, что нужно нам для такого коктейля? В принципе, то же самое, что и для спрайта. Сода, терка, миска, водичка. Ну, вот банан, вот это уже другое место огурца, банан. И яблоко. Вот яблоко такое, желтенькое. Кружка. Ну, чтобы добавить сладенького, мы добавим вместо сахара варенье. Водичку, чтобы было. Варенье тоже сладкое, оно съедобное. Тофич его кушает каждый день, чтобы он был... Вот он так и быстрее выздоровел. Тофич размешал этот напиток, и сейчас мы будем натирать на терке весь банан. Банан, натираем банан, да, мы дебилы, мы знаем это. Вот такое это дело. Сейчас он натерет и продолжим. Да, Тофич, ты профессионал. Профессионал географик. Мы дотерли бананчик, ну, конечно, там Тофич доел. И сейчас натерем полностью яблоко. Вот такое это дело. Ну, Тофич это быстро делает, потому что он уже выздоровел и стал сильным, каким он был и до этого. Он, конечно, это все ему доедает. Также он все еще розовый слоник не отмывает. Ну вот такое у нас чудо получилось. Сейчас мы это все разбавим вот водичкой с вареньем. И туда добавим соду, чтобы сода разъела банан с яблоком. И чтобы получился такой напиток. Без газа, потому что мы, как говорили, нужен контейнер для еды. Без газа, но как, типа, подобие сока, короче. Разбавили, ну, конечно, с ягодками. И сейчас ягодки, наверное, не разъест соду, потому что они там еще есть косточки. Также добавить нужно дрожжи, это обязательно. И добавим соду. Думаю, соды надо будет побольше. Ну, потому что здесь у нас побольше миска получилась. Вот, столько соды. Через часа два, наверное, будет сода разъедать это все дело. Может, часа три. Смотри, что получается. Фигня какая. Это как делается черника? Черничные напитки. Вон черника. Смотри, что получилось. Что за фигня? Мне даже страшно это пробовать. Попробуй. Почему стало синим? Попробуй просто. Смотри, Тофич, пробуй. Более так менее. Мне кажется, много соды. Ну также мы сейчас это все дело поставим в его фирменный холодильник. Вот там вот он стоит. Вот он такой большой. Я хочу попробовать, что будет варенье добавить. Не, много не добавляй. Его сода также не разъест, оно останется с вареньем. Мы в дальнейшем столько планируем сделать таких вкусных, ну как бы. Я понял, что происходит. Сода вкус... с вареньем несовместимы. У меня во рту сода с вареньем было, а она на вас закипела. Смотри, как оно. Смотрите, как бурлит. Не надо было добавлять варенье, ребят, это наша ошибка. Ну посмотрим, что будет через 2 часа. Может, Тофичу придется мыть холодильник. Тофич там харкается, короче, мы сделали свою ошибку, не знали то, что так надо было делать. Но спрайт мы это проверили, мы уже делали в прошлом году, повторимся. А эту мы сегодня не делали, решили попробовать на своем опыте. У нас не было никаких рецептов. Ну, рецепт спрайта мы взяли из Ютуба также и решили вам показать. Может, кто-нибудь из вас не видел. А вот эту фигню никто еще не делал. Никто. Только Тофич. Варенье с содой несовместимо. Я даже это докажу. Вареница, сода. Куда положить? Смотрите, что происходит. Смотри внимательно. Смотрите, что происходит. Оно уже вскипает, ну как бы бурлит. Чувствуется, варенье есть нельзя. Сейчас Тофич будет это все мыть, конечно. Мыть, конечно. Ну все, Тофич пошел мыть, а мы стоим сейчас с вами через 2 часа. Да, Тофич? Да, Тофич. Итак, ребят, спустя 3-4 часа, что ли, я ходил домой, хавал. Тофич не ходил, он оставался дома, я ему включил Майнкрафт, он играл в Майнкрафт. Ему нельзя выходить на улицу, как бы я ходил один, гулял 3 или 4 часа, может, 2 часа, нет, 3-4 часа, короче.
И вот что у нас получилось. Вкус похож на вкус спрайта, только он не газированный. Видите, сода не все огурчики растворила. Но вкус спрайта. Если добавить туда немного, вот, Тофич, вкус спрайта. Просто я Тофичу недавно приносил перед ветрянкой вкус спрайта с огурцами. Он был газированный и почти такой же на вкус. Но там немного не хватает сахара. Но можете добавить сахара. Если его загазировать, то надо в какой-нибудь контейнер, мы говорили. В принципе, то же самое, только без газировок. И сейчас мы покажем вам второе блюдо. То есть мы вам рекомендуем подождать 3-4 часа, и получится все. И, кстати, еще загазируйте. Надо положить в какой-нибудь контейнер. Тем блюдом из-за соды что-то не то получилось. Там реакция какая-то была, мы посмотрели в ютубе, типа варенье плюс сода. Получилась какая-то вообще фигня, у них какие-то монстры получилось в ютубе, мы смотрели. Ну, у нас получилось это блюдо, короче, это блюдо получилось первое, получилось блюдо. Надо было только загазировать, но мы не газировали. Ну, мы вам рекомендуем газировать это блюдо, и получится то же самое спрайт. И он дешевле всего лишь купить какой-то огурчик и положить туда соды. Ну и сахара, конечно. Сейчас мы покажем вам второй. Ребятки, спустя, ну, мы это, вот это блюдо делали позже на 1 час, чем это, так что оно стояло 2 часа. Но у нас оно ничего не получилось, потому что мы, как говорили, там была какая-то реакция, фигня какая-то. Варенье. Даже Тофич боится пробовать вот это. Вот, я смотрите, это не хочу, вот не могу. Что это? Это яблоко, варенье и банан. Все, мы больше то и сода, все. Почему оно фиолетовое? Ну, смотри, какой чёрный. Только посмотрите на сок. Попробуй. Тофич боится пробовать. Ну, немного попробуй на язычок только. Не, лучше не пробуй. Если еще подождать, можно было бы. Я чуть-чуть сюда переборщил, а получилось так. Представляете, сок яблочный, вот то же самое газированное яблоко получилось. Ну, короче, мы... Короче, как вам попросить? Мы не рекомендуем это делать, коктейль какой-то. Делайте спрайт. Может, мы в дальнейшем вам покажем, как делать кока-колу, примерно как и спрайта, и фанту, но вряд ли покажем, потому что нам это делать лень. Мы покажем вам другие, мы покажем вам в дальнейших логах, покажем, когда Тофич уже выздоровеет, покажем вам челлендж со всякой купаться. Дрянью. Да? Когда я выздоровлю, я пойду купаться на Чимашур. На Чимашур он пойдет купаться, когда выздоровеет. Но там будет... Когда ему привезут, наверное, велик, либо мы съедем на автобус, там проедемся немного пешком, велик, погуляем. На велике, наверное, поедем. Да. Ну, короче, в этом году, если мы вам заранее говорим, будут выходить поездки на великах на Русь, на Чимашур, в Ленту, в Ашан, в центр, на набережную, куда попало, короче. Ну, будете смотреть в дальнейших влогах. Это Тофич, братан. Не рекомендую. Ну что, ребятка, вон Тофич хавает какие-то витаминки, чтобы побыстрее выздороветь. Мы рекомендуем вам спрайт. Не слишком большое. Не рекомендуем вам второй какой коктейль невкусный. Ну, в принципе, на этом все. С вами были Данилка и Толямба, розовый слоник, конечно. Конечно, конечно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи, и всем пока. Пока.